Привет, друзья! С вами Криптопедия, 7 октября 2022 год. И вновь мы про Тонкоин, который сегодня занимает 33 место, входит в топ-50 из 21229 криптовалют, зарегистрированных на CoinMarketCap. Шутка ли? Он построен на технологии Proof of Stake, так же как и Ethereum, который недавно перешел на данную технологию. Долго-долго они разрабатывали и все-таки сделали это. Теперь майнеры в эфириуме получают не такой уж большой доход. Будет снижаться стоимость монеты или нет, не знаю. Но опять-таки, Тонкоин. Он присутствует на следующих рынках, на биржах имеется в виду. Мы делали в своем канале обзор на Huobi, на CoinX, FTX и Gate.io. Так вот, первые три платформы лучше всего, как нам кажется, по объему и по скорости удобен Huobi. Не пробовали Bit, DigiFinex. Это на ваше усмотрение. В целом, можно сразу подчеркнуть, что лучшая цена для закупки всегда на криптобиржах. А закупаться можно через USDT, который желательно, возможно, покупать на Binance, где больше оборотов и, следовательно, ниже цена. Либо появилась новая возможность сделать все это в Телеграме. Давным-давно существует бот Wallet. Можете найти его, собачка Wallet. Есть галочка, он полностью верифицирован. Ранее была возможность купить только по картам, а сейчас появился функционал P2P Market. Как он выглядит? Давайте смотрим. Нужно нажать «Купить у пользователя» и показывается объявление продавцов. Вы тоже можете стать продавцом. Эта возможность была на предыдущем экране. Соответственно, видите, какой объем продается и через какой банк вы можете совершить оплату. С точки зрения покупателя вполне себе безопасно. Вы переводите деньги кому-то. А вот с точки зрения продавца вам деньги поступят от того, от кого вы не знаете. То есть, если это будут большие объемы, то в рамках 155 ФЗ, по-моему, борьба с доходами, полученными преступным путем, и отмывание денег, вот вы можете попасть, и ваш счет прикроют. Это вполне нормальная практика во всех странах, не только в России. Поэтому покупать безопасно. А вот продавать здесь на бирже большие объемы не стоит, потому что вы не сможете объяснить, от кого вы получили деньги. Вот. Центробанк не устраивает, то есть банки не устраивают ответ, что по криптовалютам, потому что природа этих денег неизвестна. Они отчитываются перед Центробанком. Пользуйтесь. Крутая штука. Либо есть еще бот. Хотя, пока мы не перешли к другому боту, смотрите, соответственно, когда вы купили все, вы можете переводить деньги внутри Wallet-бота, чисто по никнейму в Телеграме, и деньги будут отправлены без комиссии моментально, что тоже очень замечательно. Купить Тонкоин можно и по карточке. Вот так. Ну, российские карты могут и не приниматься, а P2P позволяет сделать все это в пределах одной страны. Пока Россия точно есть, другие страны, наверное, будут подключаться. Все это зависит от участников рынка. Давайте к другому боту. Другой бот имеет никнейм «Собачка Криптобот». Обзор по этому боту у нас уже был. Было множество просмотров. Оставим запиненное сообщение в комментариях, чтобы вы быстро смогли обратиться к мануалу. Собственно, здесь больше кошельков. В том боте был только Тонкоин и Биткоин. Можно обмениваться было. Обменивать туда-обратно. А здесь же видите, какие еще представлены. И если вы захотите воспользоваться P2P, выбираете меню Exchange. Начать обмен, да? И показаны объемы. Хотя это не тот P2P, извиняюсь. То есть это между криптовалютами. Маркет. Купить. То есть если мы покупаем,
Да, и здесь выбираем тонкоин. Около 500 сделок вывешено на рынке и различные курсы по различным каналам. То есть, например, нам хочется купить по карте Тинькофф. И вы выбираете объем средств, который вам нужен. Будут показаны реквизиты продавца. Переведете необходимую сумму в рублях, он подтвердит, и деньги вам, тонкоины поступят вам моментально. Вот так действует P2P площадка, то есть peer-to-peer от человека к человеку. Все просто. Ссылка под видео. Воспользуйтесь нашей реферальной ссылкой. Нам будет приятно. И прежде чем перейдем к третьему варианту, к третьему кошельку, давайте посетим официальный сайт ton.org. Раньше тут был русский язык, но, видимо, в связи с какими-то моментами его взяли, да и убрали. Но неважно, можете всегда воспользоваться переводом Translate в Google Chrome, и перевод будет автоматически. Но только поставьте русский язык, у вас, наверное, по умолчанию. Делается таким образом. То есть, если просто не разбираетесь в английском языке. Используйте тон, кошельки. И хочется сказать, что какого типа бывают кошельки, кастодиальные, не кастодиальные. Об этом мы тоже неоднократно говорили. Вот. То есть кошельки, где вы имеете доступ к приватному ключу, они лучше всего с точки зрения защиты и к числу. Ну, вот, например, предыдущие кошельки, которые в криптоботе и в валете, вы не имеете доступ к вашему приватному кошельку, ключу, и, соответственно, если что-то произойдет с платформой, условно, да, то ваши средства пропадут. Также и на биржах. Вот они в этом разделе. Опекунство переводится кастодиал. А вот не кастодиальные, там где доступ имеется. Мы сейчас рассмотрим Тонкипер. Офигенное приложение. Наверное, оно лидер. Тут полная поддержка. И технологии, которые недавно представили, тот DNS, для того, чтобы вы могли зарезервировать за собой адрес, чтобы заменить вот этот произвольный набор букв и символов разного регистра и иметь понятное имя. Также потом вы сможете захостить домен, ой, и сайт на этом домене. Вот такие возможности. Давайте перейдем к Тонкиперу и произведем регистрацию. Все довольно просто. Скачали с официального сайта, перешли по ссылке, кликнули на Google Play либо на Web Store и скачали данный wallet, запустили. Сейчас жмем Setup Wallet, Create New Wallet, и генерируется кошелек. Рекомендуется настоятельно вот эти все слова, ну, это тестовый кошелек, не бойтесь, все 24 слова записать 3 раза, спрятать в секретные места, не сохраняйте в виде скриншотов, фотографий не хранить на телефоне, вы теряете телефон, вы теряете доступ ко всем своим деньгам. Имея доступ к этим 24 словам, вот, сейчас, кажется, их нужно будет вбить, вы сможете также подключиться к своему кошельку, это и есть как приватный ключ. Ну, в терминологии тонкоин это recovery phrase, фраза для восстановления, секретная фраза. Также подключаться через другие кошельки, в том числе залогиниться, например, в Google Chrome через плагин, вбить туда эту секретную фразу, и точно так же вы имеете доступ принимать, отправлять деньги, вы сможете там. По-другому это, конечно, как жесткий доступ к кошельку. Вот так. У вас появляется своего рода hard wallet. Произвольно нужно вбить 3 слова. И, соответственно, мы активируем наш кошелек, устанавливаем пин-код. И для удобства активируем, если
нравится, конечно, доступ по отпечатку пальцев. Все, мы имеем доступ к кошельку. И данную сид-фразу, данный код мы можем ввести в другом кошельке и иметь доступ к нашему балансу. Получить, отослать все можно двумя кнопками, деньги доходят моментально. На биржах комиссия в данный момент 0,01 тонкоина. Насколько я помню, меньше 10 рублей или 0,1. Купить можно в данном приложении без P2P, но только по иностранным картам, российские не подойдут. Давайте в раздел настроек. Если вы забыли записать слова, потеряли, они находятся в разделе Security, Show Recovery Phrase. Приложили палец, и слова показались. Но никому их шарить нельзя, иначе ваши деньги утекут. Можно поменять здесь валюту, например, на рубли, чтобы было удобно видеть ваш капитал в рублях. То есть видели до этого в долларах. То есть в рублях, например, падение, а если в долларах, то не такое большое. Но в целом произошло снижение цены тонкоина перед ростом в будущем, естественно. Можно делать оплаты. Нажимаем в правом верхнем углу значок для сканирования. И, соответственно, показывается камера. Сканируем QR-код. Подставляется адрес. Туда можем перевести деньги. Можно перекидывать деньги между этим валютом, между криптоботом, между валютом в Телеграме. Свободно. Это был TonKeeper. В целом вы можете попробовать TonWallet. TonWallet вот для него как раз и есть расширение Google Chrome. Видите иконка. Можете на компьютере поставить, вбить эти слова, и вами купленные денежки в TonCoin или в TonWallet, которые вы установили на телефоне, отобразятся, и вы сможете ими управлять. Такое удобство. Напоследок провалимся обратно в CoinMarketCap, рейтинг всех криптовалют. Напоминаем, TonCoin на 33 месте, продвинулся с 200 какого-то по объему циркулируемых монет, покупки и продажи. Да. Соответственно, монета растет в популярности. На CoinMarketCap есть живой чат, не такой активный, но в целом интересно почитать, что пишут люди. Появился кошелек Telegram, пока сыроват, но... Лиха беда начала. Будем смотреть. Люди отвечают. Давно уже только. Давно уже существует этот кошелек. Только из телек его знал. Ну, прикольно. Ну, соответственно, не все еще знают. Перспективы есть. Наверное, благодаря тому, что TonCoin идет от Павла Дурова, русскоязычное население больше погружено в информационный фон. Но вот забугорный зритель только увидел, поскольку на самом посещаемом сайте по криптовалютам на первом экране TonCoin появился буквально несколько недель назад, продвинувшись в топ-100. Спасибо за то, что смотрели это данное видео. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик для того, чтобы напоминать вам приходили. Мы будем дальше вещать о новостях в мире TonCoin. Ну, используйте наши реферальные ссылки. Нам будет приятно. Пока-пока.